Уважаемые коллеги, сегодня проводится очередное межведомственное совещание, на котором необходимо рассмотреть результаты работы по обеспечению законности и борьбе с преступностью в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья. Необходимо обсудить имеющиеся недостатки, выработать меры по повышению эффективности деятельности в указанном направлении. Вопрос укрепления режима законности в данном секторе экономики имеет важнейшее значение для экономической безопасности нашей страны. Особое внимание им уделяется в Уральском федеральном округе, где добывается более 65% российской нефти и 90% природного газа. В этой связи в ходе проведенной в федеральном округе в соответствии с поручением президента страны и генерального прокурора в период с 2003 по 2008 годы специальной операции, профилактической операции, было пресечено свыше 8 тысяч преступлений. К уголовной ответственности привлечены лица, их совершившие, что существенно повлияло на криминогенную обстановку в данной отрасли. Большинство предприятий сферы ТЭК были выведены из теневого сектора экономики, в разы возросло поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Последние 3 года эта работа продолжается в плановом порядке. Однако, принимая мер, явно недостаточно, поскольку, к сожалению, в федеральном округе допускаются преступления и другие правонарушения в топливно-энергетическом комплексе. А проведенный анализ свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению законности в данной сфере. С учетом изложенного, нам сегодня всем здесь вместе предстоит поговорить об этих проблемах, выработать дополнительные меры по укреплению законности на указанном направлении, усилению ведомственного контроля и надзора, повышению результативности межведомственного взаимодействия. Я думаю, всем есть что сказать.